почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. В марте этого года в издательстве «Аст» вышла книга Евгения Бабушкина «Библия бедных». Это совместный проект СНОБа, российской СМИ, включающий электронную и печатную версии журнала и вариант для iPad, и Ильи Данишевского, российского писателя и оппозиционного издателя, автора романа «Нежность к мертвым» 2014 года, главного редактора «Ангедонии» издательства «Аст». Где и вышла книга Евгения Бабушкина. А Евгений Бабушкин – это заместитель главного редактора сайта СНОБ, лауреат премии «Дебют» и премии «Горчева». Книга состоит из трех разделов. Ветхий Завет, где в фольклорно-хармсовской манере с использованием античного стоицизма и натурализма XIX века описывается привычно жуткая жизнь, где нет большой разницы между реальностью и тотальным абсурдом, где люди от повседневного иррационализма разучились различать боль, унижение, страдания, так хорошо изучив науку скорби. Второй раздел – Новый Завет. В нем поднимаются острые вопросы беженцев, эмиграции, описываются события на Майдане, путешествия на войну, Краматорск, Донецк, Луганск. И, наконец, третий раздел – апокрифы, где описан, например, один день со Сталиным или чудовищные преступления Брейвика или жизнь и судьба олимпийских фашистов. Мир, который создает Бабушкин, неуютный, враждебный и неустроенный. Это мир беспощадного капитализма, а люди в нем как фанерные, ломанные, обездоленные и несчастные куклы. Так, в четырехстраничном рассказе «Один день со Сталиным» автор выбирает 11 ноября 1931 года. В этот день от туберкулеза скончалась 11-летняя дочь Корнея Ивановича Чуковского-Мура. В этот же день завершился чемпионат СССР по шахматам. Победил Михаил Ботвинник. В этот же день Сталин подписал постановление о Колыме и создал Дальстрой. А в журнале «Вестник знания» опубликовали статью о баллистических ракетах с отравляющими газами. День как день. Сталину оставалось еще примерно 8 тысяч таких же дней. В рассказе «Гитлер и женщины» утверждается, что Гитлер сравнивал массы с женщиной, а женщину с животным. А его слова «в моем государстве мать самый важный гражданин» касаются не его 47-летней матери Клары Гитлер, умершей от рака, а того, что немцам надо меньше думать и больше размножаться. В рассказе «Быть Брейвиком» приводится свидетельство людей, чудом выживших после массового убийства, совершенного Брейвиком. Он убил 77 человек, 150 ранил. На суде в августе 2012 года он сохранял абсолютное спокойствие и даже улыбался. У него сейчас трехкомнатная камера с персональным спортзалом. Он выйдет из тюрьмы в хорошей физической форме на свободу 22 августа 2033 года. В какой он выйдет мир и каким будет этот 50-летний убийца? Эта жесткая книга полна сочувствия и любви к человеку, которому невыносимо трудно в этом прекрасном и яростном мире. «Библия бедных». Евгений Бабушкин. До новых встреч. «Дай почитать».